сегодня забой скважины составляет 2620 метров. Металлоемкость буровой установки составляет 1200 тонн, что на 400 тонн меньше, чем буровая установка Drillnex. Кабина бурильщика удобная и комфортная для управления буровой установкой. С помощью этой установки мы планируем пробурить 10 скважин на данной площади. Это станок, новый флагман в техническом арсенале «Супер».